Всем привет! Меня зовут Денис, вы на канале Nerds & Gunplay. Сегодня будет маленький разбор полетов моей игры на AC2 с дуплетом. Я немного ускорю некоторые моменты, которые неинтересны. Как обычно, сразу все прутся в город. И наши, и ихние. Фрэг обнаружен! Уже минус один у нашей команды, как видно. Как всегда, самая любимая позиция всеми игроками на этой карте, особенно ТТ. Нас заметили, стыдобата какая! Первая схватка, как вы заметили, у меня с рыбом. И да, конечно же, первый выстрел всегда промах. Да он из непробития, что ли? Второй не лучше. Третий в ту же бездну. Тут как бы наша команда уже проигрывает, уже 3-1. Нас спалили! Здесь я допустил ошибку. Выстрелив с 45-го ТП с дупля. Готов, полезный! Снова Лёва вылазит. Наш старый друг. И опять не начинаю играться дуплетом. Для чего? Нас обнаружили! Просто, чтобы не пробить его опять. Наша команда уже проигрывает 6-3, как вы видите. Какая-то пукалка не пробила. Ну как не всадить снаряд в этот колпак? Пробил! Здесь выехал подружание наш Лёва. Уже его кто-то покоцал. Опять пытается. Пробил, как нож в масло! Лёва получил. Тут что-то никто не хочет вылазить, правый фланг, естественно, только один стоит, а вон еще двое появились. Уже 4-7 идем. Уже 4-8. Бессмертная бабахалка выезжает. Бали, меньше фигур, проще играть! Отправилась в ангар. И снова Лёва. Снова здрасте. Попадание непонятно куда. Если бы еще пробить его. А вот она, эта ПТХ. И снова я заряжаю дуплет. И он просто врезается в эту гору. А ПТХ как стояла, так и стоит. Даже не шевельнулась. Нас заметили, стыдобата какая. И с третьей подъехал к ним в помощь, и мы уже пролетаем 9-5. Этот Лёва и тут, и там. Провентилирован! Гнать его надо в шею. В нём теперь дырок, как в твоих носках, и запах такой же. Получил по шее. Здесь сейчас начинается противостояние с третьим ИСом. Обменялись снарядами и разъехались. Мы летим уже 6-10. Красный свет, дороги нет. ИС третий прочно там засел. Нужно было выезжать помогать. Нас обнаружили. А тут и с третьей. Цель зафигачена. Который так не хотел уходить в ангар, но пришлось.
Точнее, со третьего, только тот, который сзади был, КВ-2. Тут я пошка уже в город въехала. Надеюсь, ты перед боем сохранил. Нас спалили. Броня пробрита, но не пробита. А сзади это ЛТ начинают поджимать уже. Еще одного забрали. Уже 10-12 что-то. Нужно под пец прикрывать. Палимся! Теперь начинается самое интересное. А интересное — это мои ошибки. Гусеница превратилась в бабочку. Бак пробит, в танке больше не курить. Первую ошибку я допустил с этим ИСом, потому что я услышал выстрел, я думал, это был он. Но как-то у меня на эмоциях. А мы тут красненьким разминаемся. Получается, он почти забрал всю мою прочность. ЛТ это еще поджимает. Просто повезло, что он такой сыкливый. Сзади был явный снайпер. Держать цель! Вот твоя панама! Трак разорвало, придется постоять. ЛТ забрали. Пришла очередь барабанщика, я так думаю. Педальку в пол! Тут еще я допустил одну ошибку. Валим, нас засекли! Естественно, как надо возить? Бочком. Здесь коварный щит закрыл мне весь обзор. Зато теперь в нашем танке можно даже курить. И да, увы, мы этот бой проиграли.